Так, ну что, пацаны, миссия номер 6. Операция «Стеклянная арка». Анонимный источник сообщил местонахождение террориста на Кавказе. Ваша задача — проникнуть на территорию, установить передатчики и скрыться. Ой, блядь, ебать. У нас есть хорошие новости. Один из наших анонимных источников, который категорически отказывается называть свое имя, дал нам информацию относительно Вези Жади. Он смог дать нам местоположение загородной резиденции Веза Жади, где Веза Жади обычно проводит совещания со своими подчиненными. Если нам удастся засадить туда жучка, то мы сможем узнать, где будет следующий удар. Засадить. Да, надо сказать, что грузинское правительство не знает относительно операции, так как у Веза Жади много контактов среди правительства. Ну, засади, если засади, вы провалитесь, блядь, то НАТО будет отрицать само существование радуги. Хуй с ней. Мне же лучше, больше не буду ебучие миссии эти проходить, блядь. Что творится в мире? Вы знаете, я же в России, ну, как это, бизнесмен. А убивать людей, ну, это плохой бизнес. Вот что я вам скажу. Ну, дом Визажади расположен около Черного моря. Он не часто там бывает, но там бывают его люди, которые разговаривают, строят планы, а вы их можете послушать. Я ничего не прошу за эту информацию. Вы же понимаете, я бизнесмен. Ну и плюс, ну как вам сказать, все-таки патриот. Нахуй. Это чисто разведывательная миссия. Использование смертельной силы не санкционировано в этом действии. Если охрана Визирзады обнаружит вас в то время, как вы находитесь в доме или на его земле, миссия будет провалена. Вы будете должны повредить систему безопасности в гауптвахте перед входом в главный дом, или будет вызвана тревога. Проверьте вашу карту мест, где два жучка должны быть помещены. Любой из ваших оперативников может установить устройство. Охуеть, ясен. Это, блядь, пак. Хуяк. О, пистолетик, смотри. Тут все стоит, блядь. Нормально, блядь. Ну давай, блядь, давай по карте посмотрим, что мы бравые солдаты. Идем сюда, 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 сюда. Здесь надо что-то, здесь надо что-то. Это дом, я так понимаю, или вот этот дом хуй его знает, блядь. Блять. Ну ладно, сейчас посмотрим, что, блядь. Да, блядь. Так, пацаны, как сейчас будет, возобновлю новое видео, где Full HD screen будет сейчас. Установить устройство и отходим. Так, установить устройство и отходим. Попробуем, ахули. Ну я ничего не обещаю, как бы. Я не профессионал стелса, блядь. Ну попробуем, ахули, нет нам. Хули там. Так, тут типок у нас, да? Задание выполнено. Пизду нахуй.
хуйню всю эту ебаную, блин. Задание выполнено. Ты, а чё у нас там по этой хуйне, блядь? Дверь не закрывается, хуй просы, что, блин? Куда дальше-то идти, ёпта? О, нахуй сюда спрячься. А, получается, мне сейчас направо было и наверх уёчить, да? Во, блядь, нихуя себе тут запарено все, блядь, замудрено. А, блядь, у меня это... Сердцебиитель-то не стоит. Так вот, они лазят, короче, чуваки. Да хуя причем лазит их, блядь. А эти по наружке, да, выход или куда это видно? Я сейчас здесь, получается, нахожусь, блядь. Ну тут сейчас бежать нет смысла. Они там сейчас шароебятся, лазят все нахуй. Видишь, он то вперед, то назад ходит, блядь. Места себе не найдет, сука, блядь. Образина ебаная. Ну иди куда-нибудь уже, ебаный в рот, блядь. Блядь, теперь второй сюда идет. Хуеть, блядь. Он в зал главный пошел. Теперь опять это сюда идет, блядь. Ну куда ты на этот раз-то пойдешь? Вот, оказывается, тут. Задание выполнено. Так, дальше что? Опять возвращается, нахуй. Не, я подожду, пока он совсем назад съебется. Я не буду рисковать, ну нахуй. Даже если он спиной стоит, все равно не пойду. Так, ну он там осматривает, это я помню. У них, в принципе, ландшафт один и тот же. Сука. И шлындуют они, будь здоров, блядь. Блядь. Собаки, сука. Охуенно. Забился сюда, не? Вроде да. Так, теперь на как мне отсюда выбраться теперь, ебать? Куда мне надо идти? В какую сторону, блять? Ебаску ты вообще теперь не видно нахуй. Но я обожду похуй. Что-то, блять, их мало показывает, пиздец. А вот идет один, вижу. Но он другой. Вот один еще идет.
Бля, боюсь, если я пойду в ту сторону, где мне стрелки намечены, я сейчас спалюсь нахуй. А мне это вообще не надо, ебать, прям вообще. Пиздец, что-то я нахуй в замешательстве, блядь. Ага, о, идет чувак. Второй идет. Ага, куда вы, пацаны? Блин, ну нахуй ты туда идешь? Я туда хочу выйти, сука. Я же все сделал, мне съебаться осталось только нахуй. Так, один назад возвращается, отлично. Блять, что ж вы, сука, такие пакостные, блять, а? А, вот, возвращается, сука. Да не патрулер, я не знаю, как съебаться отсюда, нахуй. О, идет. Как отсюда съебаться-то, блядь? Потихое. Ну. Вообще охуенно. Блять, аж это сердце в пятки ушло, я охуею. Но это еще не все, надо покинуть зону ебаную. Так, давай погнали, смотрим, что там есть патрули у нас. Вроде все. Наверное, я хуй знаю, куда надо идти. Миссия выполнена. Да ну задание нахуй. Выполнено. У-у-у-у. Ну чё, пацаны, как-то так, ебать, получилось. Ну и чё дальше-то? Ну а чё надо, нихуя? Чё, надо было с третьего лица, что ли, выйти? Серьезно, блядь? Деактивная охрана сделана, жучок сделан, ставим камеру, сделан, статус всех зона подбора сделана. Отлично. Дальше, чтобы сразу сейф поймать, чтобы эту гадость сразу прометнуть нахуй. Прям фак нахуй, все. Операция тихий. Все, удар. Пацаны, продолжим следующий.